В Ленске завершается месячник гражданской обороны. Его проводит пожарно-спасательная часть номер один города в честь 84-й годовщины со дня образования гражданской обороны в России. Подробности далее. В рамках проведения месячника гражданской обороны сотрудниками второго отряда в школах города Ленска были проведены открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности», во время которых ученикам было рассказано о действиях в различных экстремальных ситуациях, продемонстрирована боевая одежда и снаряжение пожарного, была проведена практическая работа средств индивидуальной защиты органов дыхания. Также в пожарно-спасательной части номер один по охране города Ленска проводились экскурсии для школьников. Экскурсии для ребят были организованы в два этапа. Вначале ученики посетили музей отряда, где их ознакомили не только с историей пожарной охраны Республики Саха-Якутия и Ленского района, а также с историей развития гражданской обороны России. Помимо этого, сотрудники первого отряда организовали для учащихся профилактическую беседу. Рассказали детям о том, почему возникают пожары, о современных методах тушения пожаров и средствах защиты, а также разъяснили правила пожарной безопасности в быту. Ребята узнали, как правильно вести себя при возникновении пожара, как не запаниковать и не растеряться при опасности. В ходе экскурсии по части школьники увидели дежурные помещения огнеборцев, учебный класс, караульное помещение, центральный пункт пожарной связи. Дети побывали в гараже, где базируются современные пожарные машины, оснащенные аварийно-спасательным оборудованием. Здесь юные посетители слушали рассказы сотрудников МЧС, изучали технику, имели возможность посидеть в кабине спецтехники. Пожарные продемонстрировали детям специальное оборудование, пожарные рукава и стволы. Приятно отметить, что ожидания ребят оправдались. Экскурсия в пожарно-спасательную часть им очень понравилась. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.